отношений со следующими параметрами. Прогнозируем общий объем доходов на 2024 год в сумме 1 727 741 000 рублей. На 2025 год в сумме 1 693 913 290 рублей. На 2026 год в сумме 1 659 482 550 рублей. И расходы на 2024 год в сумме 1 727 241 000 рублей. 2025 год 1 727 070 110 рублей. 2026 год 1 694 100 220 рублей. И дефицит бюджета городского округа на 2025 год в сумме 33 156 820 рублей. И на 2026 год в сумме 34 617 670 рублей.